Всем привет-привет, с вами Марина Холодкова. Сегодня я хочу показать вам, что вернулся в направлении Vinex Invest один из моих портфелей. И я хочу эти деньги запустить в другое направление, WinMatrix. Как раз покажу, как это активируется все. Смотрите, мы зашли в Vinex Invest, и здесь мы можем видеть все портфели, которые у нас уже отработали, завершены, видите? То есть 25 июля мне вернули $72, 20 октября такая-то сумма, да, 23 февраля 124,60. То есть тут мы видим все отработанные уже портфели. Доходим до сегодняшнего дня, 14 августа. Вот, и видим, что сегодня также мне вернулась сумма на мой баланс 12,10, да? $12.10. А сейчас у меня эти деньги на кошельке. Вот. В сумме у меня 25.16. То есть у меня тут были за реферальное вознаграждение пришли деньги. И также вернулся один из портфелей. Эту сумму я, в принципе, могу вывести уже, да, на свой кошелек, на биржу. Либо пустить снова в направлении Vinex Invest, создать очередной портфель, чтобы он у меня работал. Либо зайти с этими деньгами в направление Vinex Invest. Вот я, извините, Vinex Matrix. Поэтому я захожу в WinMatrix и открываю себе вторую площадку. Как вы видите, у меня уже здесь первая площадочка открыта. И достаточно средств для того, чтобы я открыла вторую площадку. $20 необходимо. У меня есть 25. Поэтому я нажимаю вот так вот просто активировать. Оно мне пишет стоимость активации $20. И мы нажимаем активировать площадку. Все. То есть мы ее открыли. И дальше она у нас будет постепенно заполняться. $5 должно остаться на кошельке. Заходим, смотрим. На кошельке осталось $10. Почему так? Да? Потому что с меня списалось... Сейчас неполная сумма, потому как были зарезервированные средства у меня на первой площадке. Когда у вас начинает первая площадка заполняться, вот здесь автоматически денежка переходит в апгрейд. Вот, то есть здесь у меня была конкретная сумма денег. И этими деньгами я сейчас открыла часть второй площадки. Мелочь, а приятно, чтобы вы имели в виду, что есть еще вот такая штука. То есть для того, чтобы сейчас открыть вторую площадку, мне не нужно было вводить свои деньги, потому как у меня здесь они уже были отложены. Это очень круто. Возвращаемся, значит, в Vinex Invest. И раз пошла такая жара, то чтобы эти деньги у меня просто так на кошельке не оставались, эти $10, я ими возьму и пополню, создам новый портфель. Заходим в направление в наш Vinex Invest, нажимаем «Новый портфель», выбираем сумму 10 USDT, так, и выбираем количество дней. Смотрим сейчас, если мы создадим на 90 дней, мы получим около 4% в месяц. Если мы выберем на 180 дней, мы получим около 6% в месяц. Если мы выберем 360 дней, то мы получим около 8% в месяц. Это будет 19,60. То есть 10 вложили, приблизительно 19,60 вернется. То есть нам вернут наши 10 и плюс еще 9,60 сверху. Естественно, это самое выгодное для меня. И я тогда нажимаю «Создать портфель». А сейчас у нас появилось новое направление, то есть можно на 720 дней поставить. Давайте попробуем, что изменится. Смотрим, что же изменится. Если я на 2 года эти деньги запущу в работу, то я получу на выходе $29.20. То есть они у меня отработают, да? Принесут мне еще больше прибыли. В принципе, можно создать портфель, да, на 2 года. Подтвердить, то есть эти деньги вернутся мне 4 августа 2025 года. Подтверждаем. Я доверяю нашей компании, поэтому я создала на 2 года
успешно инвестиционный портфель, с чем я себя и поздравляю. Портфель создан, мне придет сейчас мой бот оповещение о том, что портфель создан. Ну и буду получать каждую пятницу теперь дивиденды созданного портфеля. Пока на сегодня все, что я вам хотела рассказать. И то, что я вам хотела показать, да, будем следить за площадками, как они будут у нас заполняться. И до следующих встреч, до новых видео. Всем пока-пока. Спасибо за внимание.